Здорово, смертные! Сегодняшнее видео будет про Дэнни Джуниор 2. Тоже у меня в коробке, правда, не полнокомплектной, к сожалению. Но коробка в очень хорошем состоянии. Вот так. С футболистами американскими. Вот так. Здесь какой-то тоже футболист бегает. Вот так сама коробка выглядит. Очень похоже на Дэнни Джуниор первый. Именно по этому дизайну. Так, давайте посмотрим внутри. Пенопласт в хорошем состоянии и сама приставка. Остальное, к сожалению, не было. Так что, хотя вот здесь сохранились документы, вообще шикарно. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь какая-то улица в нашем городе. Кишинев. Я не знаю, или они купили ее в Кишиневе, или в Москве, и они просто написали, что из Кишинева. Без понятия, если честно. Но здесь есть и гарантийный талон. И здесь уже что-то написано. Написано 96-й год. Оплачено. Так, вот так. И больше ничего. И еще какая-то бумага. Так, какая-то цена 335 500. Наверное, цена приставки. А здесь что? 96 200. А, игровые картриджи 3 штуки взяли. И одну приставку 96-го года. Так, здесь тоже какая-то бумага с кодами. Без понятия, с какой игры. И напоследок еще одну инструкцию. Junior 2 уже написано. Это в более хорошем состоянии, чем на первом. Вот так. Ну, то же самое, ничего интересного. Так, вот так. И сама приставка. Вот как она выглядит. Здесь уже джойстики встроенные. И они идут сбоку, как у Сюбара. Это очень неудобно, если честно. Она очень похожа на Сюбара. Просто здесь Дэнди Джуниор. Так, это уже не держится. Болтается здесь черный, как у Лико и Сюбар. Так, заглушка есть. Это уже в более плохом состоянии видно. Вот второй джойстик без селекта и старта. Тоже один минус второму джуниору. И здесь какая-то пленка сверху. Наверное, это просто пленка, которая защищает вот эту штуку из пластика. Так, я не помню, внутри она полноплатная или как Сюбар на куска. Да, она как Сюбар на три куска. Первый кусок, второй кусок и третий кусок. Гарантийный талон, то есть гарантийная пломба еще здесь. Его не открывали. Я его тоже не открывал. Нету смысла. Видно, что она как Сюбар сделана. На три платы. Очень странно. Этот самый странный Дэнди Джуниор. Так, второй. Вот так. И больше с ним, к сожалению, больше нет ничего. Ну что ж, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки, дизлайки, подпишитесь. Всем спасибо и всем пока.